Anywhere in the world. Ну а сейчас мы с вами наблюдаем за внеконкурсным забегом на 1500 метров. Антон Аникин впереди сейчас. Состав финала женщин впереди по времени дистанции 60 метров, который стартует в 17 часов. Яна Пермакова, юность Москвы, результат забега 8,68. Марина Резникова, МКФСО, 8,56. Александра Антонова, Центр спортивной подготовки по легкой атлетике и школы ЦСКА, 8,23. Анастасия Соловьева, Центр спортивной подготовки, 8,38. Татьяна Пилатова, школа ЦСКА, 8,38. Евгений Ковалев, МКФСО, 8,63. Такой мечтатик, как мы говорили, первые 400 метров в 0,1 минута. Во всех забегах. Давай, беги. По-прежнему Антон Аникин впереди. На второй позиции Андрей Тимошин. Давай, обходи, встают уже. Чё? Да медленно, беги, встают уже, говорю. 2 минуты 2 секунды, это на секунду медленнее быстрого забега предыдущего. А вот третий забег с результатом 3 минуты 47,97. Андрей, беги! Выиграл Олег Григорьев из Скандинава. Второе место у Эльдара Миншина, также из Скандинава, 3:48.68. Третий Александр Паттер. 2 минуты 33 секунды, точно по графику первого забега, он закончился с не очень высоким результатом. Итак, Александр Потапов был третьим, 3:50.63, Дмитрий Семенов, 3:50.67, Антон Козлов, 3:51.41, давай, Леша. Павел Мишкин. Пошел, Андрей! 58. Александр Орлов, 4 минуты 4 секунды. 3 минуты 4 секунды. Сейчас... Давай, давай, набегай! Но все равно на 3:50, пока бегут. Не пускай! Мне конкурсом забить. Давай, бей. Финиш, Андрей! Чаще! Андрей Тимошин выигрывает этот забег. Закончилась четвертая попытка прыжка в длину мужчин. И лидером стал Павел Шавин, Центр спортивной подготовки по легкой атлетике.